Ну и так, друзья, включаемся в поединок. У нас третья минута идет. Екатеринослав Хлеб, ДКМ. Мы пытались настроить онлайн-трансляцию, но большие технические проблемы. Не знаю, если получится, но на второй тайм у нас будет прямой трансляция. Но... А так в записи, конечно же, обязательно будет. А с матч показывает сыгранные две минуты. У нас опасных моментов было не так уж и много, но похожее на этот Андреев здесь пробивал. И обратно Васильченко выручает свою команду. Напомню, у нас встречаются команды из Суперлиги. Команды, которые были перед началом этого турнира записаны фавориты. Но на данный момент шестую и седьмую строчку занимают. Но при этом, учитывая, что на данный момент по календарю отличная передача и ближний угол стрелял восьмой номер ДКМ. Сыграно 5 туров, но на данный момент 2 матча лишь сыграл ДКМ, 3 матча сыграл Екатеринослав Хлеб, соответственно 3 очка у ДКМ и 5 пунктов у Екатеринослав Хлеба. Все теряют очки у нас. Сильный этот зимний чемпионат у нас получается в Днепре. Тархун, и не получается здесь пройти. Еще раз, за боковой нужно будет вести в мяч в игру. Кстати, у ДКМ меньше всего матчей из команд Суперлиги. Последний поединок они играли аж 26 ноября, по-моему, если я не ошибаюсь. Кстати, проиграли тогда они теперешнему лидеру. Неплохо Печкуров пробивал команде РКЦ «Стройсочи», что там 3-2. Я уже говорил, 2 матча всего ДКМ провел, а и в первом туре они с счетом 3-2 смогли обыграть команду «Оранж». 3 пункта. И сегодня есть возможность увеличить количество набранных очков. Смена у ДКМ. Гажимон, Подольский, Шеремет и Шкатула появляются. Вы, Кирослав Хлеб, в свою очередь на площадку вышли Клименко, Дубовик, Прокопенко и Кадамцев. Шеремет! Продирается Шеремет! Здорово! И не смог замкнуть Шкатула! Ну продрался тут как танк. И Шеремет не смог его остановить. Ни один, ни второй. Молодец, Артем! Игрок Кирослав Хлеб. Ну и полудар, полупрострел был. Хороший момент ДКМ. Прокопенко, Кадамцев, Клименко. Дубовик здорово выигрывает, и там зацепил его Гажимон. Ну, Олег Иванов, который находился в полуметре от эпизода, ему виднее, не зафиксировал фол. Олег Иванов, Владимир Головко, арбитр сегодняшнего поединка. Клименко, Прокопенко. Не получается развернуться обратно. Шеремет, здорово. Отдать нужно передачу, и далеко отпускает мяч 12 номер. Ну, в желании не откажешь Артему. Но здесь, если оно было уж очень излишне, Подольский... Ошибается Подольский. Аут для Екатеринослав Хлеба. 5-я минута идет. Пока без забитых мячей. В свою очередь, Екатеринослав Хлеб в прошлом туре, который состоялся в воскресенье, играл против команды «Тайфун». И всего лишь ничего, довольствовалась команда Юрия Зацепилова. Кадамцев. Дубовик. Клименко не останавливает передачу. Александр. Нажимон. Клименко выбивает мяч.
Пробивал Подольский. Ну, друзья, уже в воскресенье состоится у нас последний тур в этом году. Среди команд Суперлиги. Поймал мяч, Жимон, ну, очень неточно пробил. Мы знаем, в каком расположении в турнирной таблице команды пойдут у нас на большой зимний перерыв. Удачно его мяч в игру, ну, здесь и получает по ногам Кулик, Пичкуров. Изменяется. Штрафной удар. Дубовик возле мяча. И пробивал неплохо низом. Все видел голкипер. Головой. Кулик. Получилось пробить. Получается пробить Пархуну. Ридный, здорово разыграли. Пархун нашел передачу Сергея Ридного. Тому повезло на завершающей стадии. В створ ворот не попал. Но пока гораздо активнее у нас в атаке ДКМ. Клименко, Кананцев, Долгоненко. Видны? Сильная передача. Догоняет все-таки. Нет, не догоняет мяч. Долгоненко. Кулик. Простреливал здорово и немного не дотянулся. Шибинский здесь. Половина первого тайма позади. Долгоненко. Каденца можно пробить. Нет, пробивает. Первого раза. Кулик. Ой, пытался уже обыграть. И второго. РК. Отличная передача. Ей нужно было. Отлично, отлично. По-моему, нужно было. Можно было достать этот мяч, мне кажется. Не сориентировался, по-моему, немного Ридный.
Хлебинский. Долгоненко. Кулик. Отбирают мяч у Довганенко. Чкуров. Здорово пяткой, но уже нужно возвращаться быстро. Оборону и не пошел в эту зону Шибинский. Ремета, остается мяч у ДКМ. Докимов, ну, Подольску. Шеремет. Быстро теряет мячик Ярослав Клеп. Шкатула. Жимон пробивает еще один удар. Кадамцев. Плохая передача, он здесь в окружении двоих сразу находился. Евдокимов. Очень сильная передача от Васильченко. На очередной раз теряет мячик Ярослав Хлеб. Тула. Кто у него? Кадамцев. Нажимон. Васильченко на месте. Шкатула. Здорово в касание Подольский, но очень долго. Также чисто. Шеремет, и тут чуть не залетел от своего, мяч ворота. Довганенко уже успел и вернуться в оборону, но считает, что немного рукой подтолкнул Довганенко. Второй фол для ДКМ. Смена обоих команд. Четыре минуты до окончания первого тайма. Кулик. Не получилось развернуться, и тут чуть не обрезался. У нас Дубовик.
Клименко. Клименко сам пошел. Потерял мяч. Ридный. Выручает Васильченко. Сами придумали основной момент своих ворот игроки. Екатеринослав Хлебов. Пичкуров! Просто сумасшедшей силы удар. Ну и непонятно, как отбил этот мяч Васильченко. И не просто в него попал, но успел сложиться как-то. И еще одна попытка. Ну здесь неудачно. Весь мяч сыграно. Кулик. Аут для Екатеринослав Хлеба. Клименко сохранил мяч. Восьмой номер. Кулик. Прошла передача. Любовик. Обратно на Кулика. И здорово здесь двоих накрутил. Шибинский. Ну и удар будет. Пробивает. Прекраснейшая комбинация. Ну вот наконец-то мы что-то увидели в атаке от Екатеринослав Хлеба. Я имею в виду опасная. Ридный. Сам пошел, пробивает. Не прошла там передача от Клименко на капитана своего. Клименко. Удар выручает голкипер ДКМ головой. Третий фол для ДКМ. Кулик. Остается Кулик с мячом. И 1:25 остается у команд в первом тайме. Шибинский. Каданцев. Назад через Кулика. И тайм-аут берет Юрий Зацепилов за 1:01 до окончания первого.
закончился тайм-аут. Аут для Екатеринослав Хлеба. Довганенко, есть Кадамцев. Шибинский. Будет прострел. Угловой. Ну, под занавес первого тайма у нас активизировался Екатеринослав Хлеб. Потому как первый где-то 12.5-13 минут, ну очень мало уж моментов было. Ну, не сказать, что и очень опасные моменты, но с чего-то нужно начинать. Шубинский. Здесь вдвоем уже против него. Еще один угловой. Кулик пробивает очень высоко. Благодарит партнера за передачу. У нас капитан Екатеринослав Хлеба. И Пичкуров начинает атаку ДКМ. Прекрасная передача. Обратно Васильченко из угла вытягивает. Ну, 3 секунды остаются, нужно пробить. И нет, на этом заканчивается у нас первый тайм. И заканчивается он, друзья, нулевой ничьей, перерыв.
Друзья, стартовал у нас второй тайм поединка между командами Екатеринослав Хлеб и командой ДКМ. Суперлига, пропущенный тур у нас. И после первого тайма какой-то счет у нас на табло. В принципе, все сначала у нас во втором тайме начинается без забитых мячей. Ну, по-настоящему опасных моментов не так уж и много. Большую часть времени в первом тайме у нас активнее был ДКМ. Все эти моменты, которые создавали, ну, удары в створ ворот были, но несколько было. Очень опасных, можно вспомнить, очень сильный удар Печкурова, но сумел Васильченко выручить свою команду. Ну, посмотрим, как во втором тайме будут развиваться события. Напомню, на данный момент рядом в турнирной таблице находятся команды, но всего лишь два матча сыграл у нас ДКМ, и после двух сыгранных игр имеет 3 очка, у Екатеринослава Хлеба на игру больше и 5 пунктов в активе. Клименко. Прошел всех и прострелил, но контратака в итоге получается у ДКМ. Будет прострел, нет, под себя начал убирать, здесь запутался, но сохранил мяч для своей команды Станислав Пархун. Печкуров. Может пробить Печкуров, нет, отдает на Пархуна, и в дальний угол пытался попасть Пархун, но точности не хватило. Клименко. Будет на ударную позицию, пробивает. Голкипер на месте, Ридный. Довганенко ушел, тут Клименко. Аут для ДКМ. Скоров. Пархун будет смещаться вправо и пробивать. Так и есть, но здесь попадает мяч Клименко. Передача вперед, но там Ридный никак не достанет. Тут мяч, Кулик. Устанавливает мяч спокойно. Капитан. Довганенко. Решил пробить, рикошет, но здесь должен достать мяч. Вратарь, Андреев. На Печкурова. Кров Кулика обходит. Здорово простреливает рикошет. И не дошел мяч до Сергея Ридного. Печкуров. Посмотрим, что придумает 30 номер. Уходит на ударную позицию. Ну и все сводится сразу же банальным ударом. И все это пока читается, все блокируется игроками Екатеринослав Хлеба. Клименко.
Шибинского. Тот в падении даже умудрился отдать передачу. Кановцев, Прокопенко, далеко отпустил мяч, Гажимон, сам пошел Гажимон, тут трое вокруг Кановцев, Шибинский, Клименко, здорово, и не забивает Кановцев, и здесь нужно забить, здесь не получается, какой момент был Екатерослав Хлеба. Прекраснейший момент был у Екатерослава Хлеба. Самый опасный в этом поединке. Для того, чтобы наконец-то открыть счет в сегодняшнем матче. Ну и видно, как качает головой Юрий Зацепилов. Возможно, уже не только тренер, но и игроки Екатерослава Хлеба видели мяч в воротах. Но этого так и не случилось. У нас Чубинский. Ну, сразу не стал пробивать. И Подольский успел выбить мяч. Развернулся здорово Шибинский. Только лишь точности не хватило удару Ярослава. Гажимон. Шеремет. Шеремет может сам пойти. Отличная передача. И Подольский не реализовывает этот шанс. Но вот во втором тайме опасных моментов у нас прибавилось. По-настоящему опасных. Ну и будем надеяться, что все-таки забитые мячи мы с вами увидим. Гажимон. Подольский. Гажимон и обратно Васильченко в игру вступает. От шкатулы выходит мяч. Рубинский. Здесь здорово в отборе Шеремет. И все-таки выбивает мяч Артем. Кадамцев. Творот. Тем временем 21 минута поединка. По-прежнему 0-0. Просто получается, что в этом турнире уже не одна нулевая ничья была зафиксирована, что довольно-таки редко бывает. Ридный пробивал. Здесь Довганенко должен быть первый, так и есть. Шибинский. Кадамцев. Ну тут всех обманул. Кадамцев и своих, и чужих. И Шеремет далеко отпустил мяч. Окопались там на правом фланге. Находит Ридного. Здорово. Будет удар. Рикошет. И достает. Нет, не успел достать мяч. Васильченко угловой. Отличная передача. И немного не точно Шеремета. А здесь точно. И еще один дальний удар.
Куров. Хорошая передача здесь. Ридный. У него Кулик борется. Пархун. Ну, запутался здесь Станислав. Потерял мяч. Быстро в игру не получилось вести мяч. Довганенко. Кулик. Вряд ли будет обыгрывать. Последний у нас Кулик. И неточная передача. Не ожидал Довганенко такой передачи от своего капитана. Ну, здесь втроем долго разбирались, кто все-таки будет первый на мяче, и в итоге Ярослав Хлеб потерял мяч. Очередная атака от ДКМ. Павел Пичкуров. Главой. Ну, половина второго тайма позади, а результат все тот же. Результат остается такой, с которым начали поединок команды. Собственно, 0-0. Не проходит эта передача, и поспешил здесь мяч вперед Дубовик. Не пошел Пархун. Плевый фал вперед, там покатил на него Ридный, но никого там не было из партнеров. В свою очередь Ярослав Хлеб также очень быстро теряет мяч. Ну, гораздо больше ожидали от этого поединка у нас болельщики, я думаю, гораздо больше опасных моментов, ну и, конечно же, забитых мячей. Ну, пока не так. Ух ты, в каком прыжке здесь сумел отбить этот мяч Васильченко. Ну и вот, кстати, у нас первый фол во втором тайме на ДКМ. Первый тайм, напомню, Ярослав Хлеб с фолов закончил. Вот уже 24-я минута идет, а подопечный Юрия Зацепилова еще ни разу не фолили. Ну, собственно, ни разу не фолили, ни разу не забили. И здесь на двоих пошел Вик Пчкуров. Пробивает, поспешил. Там было продолжение другое. Очень сильно. Спасибо, Паша! Спасибо, Адамцев. Здесь Шибинский. Врачуется, простреливает. Нет, пробивал ближний угловой будет. Передача на Кулика. Пять с половиной минут до окончания поединка. По-прежнему у нас нули на табло.
Адамцев. Спасибо, Миш. Подольский. Шибинский перехватывает мяч. Нужно забить, и не получается. Прекрасный момент был. Выход один на один, но не смог Шибинский реализовать его. Пытался закрутить дальний угол, но не точно. Прокопенко. Здесь не доходит мяч. Владислава. Шеремет. Выпустил мяч. Было видно. Ну, друзья, в принципе, такой результат у нас прежде всего на руку соперникам. Конечно же, команде Аркацестрою хороший удар и кашет угловой, который у нас на данный момент после пяти туров идет на первом месте. Не после пяти туров, а сама эта команда 4 матча всего лишь сыграла и имеет 12 очков. Никто, конечно, не ожидал, но все. Клименко, все заслужено. Удар 1-0! Александр Клименко, 8 номер, забивает первый мяч у нас на 26-й минуте. Спокойно, просто, ну, вагон времени дали Александру. Ну, и тот здорово исполнил. 1-0, ну и вот теперь ДКМ нужно идти с тройным усердием вперед. Не сказать, что у них этого усердия не было. Ну и вот сразу же шанс есть. Играться, нет, здесь заблокировали удар Ридного угловой. Пархун теряет мяч. Пархун, контратака. Шибинский, ну, немного неудачно в спину отдал на Кадамцева. И тут будет фалить. Так и есть. И ставит корпус. Отворот. Ну, там Чкуров показывает, что за футболку его тянули. Это был Шибинский. Ну, я на 150% согласен с Павлом Пичкуровым. Это было видно. Но без внимания остался этот эпизод. Обратно Пичкуров. Не получается обыграть Кадамцева. Кадамцев, выход один на один. Пустые ворота. И Кулик, профессор Кулик. Спокойно, без нервов, как на тренировке. 2-0. Ну, буквально за минуту-два мяча пропускает у нас ДКМ. Ну, вот, очень серьезный удар и тайм-аут берет у нас команда ДКМ.
Друзья, 3 минуты и 19 секунд остается. Ну и ДКМ 5 полевой появляется. 2-0. Буквально за последнюю минуту два мяча пропустил у нас ДКМ. Ну, посмотрим, получится ли преимущество в одного полевого реализовать команде ДКМ. Куров. Решил пробить Тархун. Заблокировали удар 96-го номера. Шкатула. Кучкуров будет отдавать. И здесь Кадамцев. Минуту уже отзащищались. Кулик здесь. И Васильченко, блестящий сейв. Ну и обратно там подмораживает Васильченко с правого боку. В перерыве, кстати, также обращался к медикам. Но будем надеяться, что все в порядке с Юрием. Это еще с первого тайма повреждения. Возможно, растяжение, возможно. Ну, все, что угодно может быть там. Возможно, мяч попал очень сильно. С поясом сыграет Васильченко. Все в порядке, поднялся вратарь. Катерослав Хлеба. Была бы очень серьезная потеря. Не смог продолжить поединок у нас Васильченко. Возвращаемся к игре. Пичкуров. Удар. Пустые ворота. Будет удар. Можно пробить по пустым. Почему не пробивать? Все-таки пробивает, но не попадает. Шибинский показывает Юрий Зацепилов оставаться на половине поля соперника. И сразу же и в пустые пытался пробить и Васильченко. Ну и продолжает здесь подсказывать. И Засенко, и Зацепилов у нас прессинговать соперника на чужой половине поля, чтобы не смог войти в игру даже пятый полевой. Не в игру, в игре он, конечно же, и так шкатула, а перейти на полное поле соперника. Но вот все-таки это получается. Ну, времени немного украли у соперника. Пичкуров. Шкатула, очень сильная передача, и теряет мяч ДКМ. Ну. Нокдаун попал у нас ДКМ после пропущенного мяча. Ну, практически нокаут был. Второй мяч. Ну, пока так и не смогли прийти в себя, но и очень мало времени остается. Успеет? Нет, не успевает Тархун. Головой, ну здесь немного испугался Шибинский. Дошел до него мяч, но уже закрыл глаза и просто подставлял голову. И обратно в полном составе ДКМ на полное поле соперника. Пичкуров все видный. Ридный. Пичкуров. Последняя минута поединка пошла у нас.
если так поединок и закончится, у ДКМ останется 3 очка и 8 пунктов наберет команда Екатеринослав Хлеб. Не сравняется по набранным очкам с Оранжем. По 8 пунктов будут личные встречи одинаковые. По разнице забитых мячей, по-моему, также будет одинаково по плюс 6, но... Сейчас, так, не, сразу не вспомнил, у кого больше забитых. А, ну и на втором месте будет у нас все равно команда Екатеринослав Хлеб. Меньше игр сыграли, возможно, еще и не будет. Она на втором месте, так как 2-1 становится счет. Сумели забить один мяч игроки ДКМ. И есть еще 19 секунд. И тайм-аут берет Юрий Зацепилов за эти же оставшиеся 19 секунд до окончания матча. Закончился тайм-аут. Центра поля будет разводить мяч Екатеринослав Хлеб. Только что пропустили они. Клименко. Не проходит эта передача. 4 секунды. Убили игроки Екатеринослав Хлеба. Самое главное, что мяч остается у них. Васильченко, ну, вперед будет выбивать. И здесь успевает Шибинский. И остается мяч у Екатеринослав Хлеба. 8 секунд. Две секунды остается. Будет загружать мяч вперед Тычкуров. Так и есть. И заканчивается у нас на этом поединок, друзья. 2-1. Екатеринослав Хлеб добывает победу. И 8 очков набирает турнирной таблицы. 3 пункта остается у ДКМ. Ну, развязка у нас на последние минуты пришла в этом поединке. Ну, друзья, будем на этом с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. До свидания.